Так, всем привет! Сейчас сниму дорогу с пляжа до отеля. Тут у нас на пляже тут туалеты такие прям хорошие. Писсуары. Тут такой тоже женский. Все хорошее, все бумага, все есть. Здесь переодевалки у нас. Переодеваться даже там стульчики стоят. Если что, там кому-то тяжело. И душевые тоже со стульчиком. Кому тяжело. Здесь бар у нас находится. Бар. Сейчас пиццу готовят наши коты. Так, вот, пошли мы с пляжа. Тут перед пляжем такая парковая длинная зона. Хорошо здесь гулять утром, вечером. Дорожки, лавочки. Ну, конечно, наши коты любимые. Сейчас мы идем на обед. У нас, ну, можно и не ходить, в принципе, в баре тут пицца. А, от нашего еще отеля ходит автобус. Вот тут корма для кошаков все время стоят. У них тут и домики. Я не знаю, каждая, наверное, 50 метров домики. Вот автобус от нас еще ходит от отеля. Не, мы пешком. Люди, не знаю, кто-то едет в автобусе. Так быть, я не знаю, либо вообще парализованным, либо, блин. Ну, мне кажется, тут эти немцы некоторые есть, инвалиды. Они в баре посидят. На дискотеке отплясывали. У бабок песок сыпется. Но, блин, со стаканчиком виски и в пляс. Да, немцы с утра сидят в баре, и я не знаю, до ночи, до 12, наверное, у нас тут разливуха. Но они все сидят с баклашечками, с бокальчиками. Вот сейчас на пляже у нас там бар. В баре сидят только немцы, пьют. У них уже такие... Самое главное, не на этот они не ходят, не купаться, ничего. Они просто сидят там, рядом с баром. И херячат, херячат, херячат. Не знаю, вот они так же пьют в Германии. Или сюда приезжают отрываться. Ну, рожи у некоторых пропитые, у баб особенно. Видно, что уже в запое какой день. Везде елочки, пихточки, пальмочки. Правда, отели все почти закрыты. Не почти, а все. Ну вот рядом наш. С нами только наш и корона пала. Да. И километров на 10 вот мы ходили в одну сторону, в другую. Ни одного отеля открытого нет. Все закрыто. Везде распродажи. В магазинах отдают по дешману. Вчера вот купил натуральные кожи. Мокасины летние. Кожаные шнурки. Все, да, ну супер. Ну, очень дешево отдавали. Да. Вот он наш железножопый друг. Вот наш любимый. Тот ему задницу намазал. Пойдем, иди сюда. С зеленкой. А он ко мне. Позови его. Ты, наверное, русский юморист. Ему жопу намазал зеленкой. Ладно, этого у нас кликуха зеленожопый. Потом есть танкист, который все время сидел в танке. На обратном пути тебя покормят. Да, сейчас нету. Вот. Там дальше идет зона танкиста. Постоянно сидит. Может, у него задница болела. Да, и он сказал, да? И он сказал. Помашь мне зеленкой. Жопа болит. Что-то танкист на месте нету. Покинул пост. Или там завалился.
У него обед пошел поближе куда-нибудь. В принципе, он далеко не отходит от своего танка. Ну, этот... О, рыжий, а я тебе говорю, рыжий занял его место, да? А у рыжего глазик, ты посмотри какой. Все, выгнал он его черного. Все. Другой домик пришлось искать. От дождя в этот под навес вовнутрь там залез. Мы вот так гуляем все время. Идем. Коты за нами бегут. По пляжу собаки туда-сюда ходят с нами. Он идет, танкист. Вот наш один отель, корпус, который поближе, но он сейчас закрыт, народу мало. А так вот отсюда прям все, вот выход на пляж с отеля. А так наш можно. Корпус подальше. Ну, сейчас всех заселяют в тот корпус, в первый, в главный. Он танкист. А так можно сюда ходить, в этот корпус, тут бассейн открыты. Бассейны, батуты. Ну никого, батуты детские, площадки детские. Взял пост. Пойдем. Сейчас на обратном пути ждет. Вот наши отели уже пришли. Вот. Не знаю, зачем тут автобус ходит. Ну, чтобы 5 звезд показать. 5 звезд. Сейчас, подожди, нам через полчаса пойдем назад. Тут наоборот надо пройтись хотя бы немножко, а то что тут ешь на пляж, ешь пляж. Ну, вечером тут какие-то развлекаловки. Говорит, вчера все доездили в старый город. Ну, это, да. По шагомеру 31 тысячу шагов я вчера находил. Думал, обалдею. Конечно, ноги гудели с утра. Я думал, автобус наш едет. Кого-то выловил туриста. Нет, наш автобус вот тут стоит и везет на пляж. Вот 3 минуты мы шли. Сейчас, подожди, подожди. А так тут базары вот рядом, да, особенно с другой стороны отеля. Отель «Драгон» в китайском стиле, прикольный. Ну, тут вообще, он там не то что аквапарк, у него даже свой парк, вон и колесо обозрения. Ну, все закрыто. Все, мы уже в отеле. Вот хочешь на лифте, мы живем на первом этаже. Вот цель программы, караоке 20-30. 20-30 караоке. Здесь у нас такой апельсиново-мандариновая зона. Висят апельсины, мандарины. Все заусыпано. Мандарины кислые. И это дает свои плоды. Так как если бы они были сладкие, 100% их уже наши туристы бы пожрали. Тут, наверное, нет ни одного человека в отеле, который бы не попробовал этот мандарин. Вот я смотрю, тут вот луковица. Мы тоже попробовали. Мы тоже 2 попробовали. Разные деревья сорвали. Они кисличные, ужас. И горькие. Да. Лук вот тут. Вот лук падает. Уже лежит, я не знаю сколько. Вечером красиво. Тут лампочки разным цветом вот горят, мигают. Вчера елку у нас поставили в ресторане. Правда, правда. Можно... Здесь стоят для дезинфекции руки. Везде, везде. Маски дают везде. Да. Идете, хотите нажать есть, а есть такие сами автоматические. Вот на втором этаже у нас бар. Здесь еще вот теплый есть бассейн с подогревом. Вот тут, не знаю, кто купается. Нет. В помещении находится. Там никого, да? А тут такой бассейн. И
Сейчас идем на обед. Ресторан наш. Люди лежат. Пойдем тут пройдем. Вот Орешкова. Финики любимые. Да, вот эти финики. Супер. Вот этот сорт самый вкусный. Они здоровые, сочные. Полежат чуть-чуть. А прямо мёртвым пьёшь. Тут все усыпано. Валяются они. Котики. О, не разбился детку. Так, ну все, давай мы на улице кушаем. Да, мы кушаем тут на улице. Летом. Так, все, пока, Ореша. Приезжайте, отель хороший. Не пожалеете.